Команда, которую мы сейчас изучим, принимает в качестве аргументов путь до файла или до папки. Давайте поэтому поговорим о том, как устроены пути в Linux. Windows, если мы находимся в какой-то папке и поднимаемся все выше и выше, то мы в конце концов придем к какому-то из дисков C, D, E и так далее. В Linux, если мы проделаем то же самое, то мы всегда придем в одно и то же место, так называемую корневую директорию. Она обозначается значком slash. Поэтому все пути можно задавать двумя способами. Либо как абсолютный путь, путь от главной этой корневой директории, он начинается всегда со слэша, например, slash user bin jaded. Либо как относительный, тогда путь задается от текущей директории. Например, если мы находимся в домашней директории, можно задать путь documents linux course или просто файл txt. Кроме того, в путях можно использовать специальные символы. Точку для текущей директории, две точки для обозначения директории на уровень выше, тильду для обозначения домашней директории. А некоторые команды допускают использование специальных символов звездочка и вопрос. Звездочка для любого количества любых символов, в том числе и 0. Вопрос для задания ровно одного любого символа. Давайте теперь посмотрим на команды, которые могут принимать в качестве аргументов пути.